Семья вновь приехала посмотреть свой новый дом. Тихое место, вид на горы. Для них даже высадка из автомобиля – это веселый процесс. За короткое время у машины образуется целая компания детей. Всего у Светланы трое родных и 9 приемных детей. 5 месяцев назад они всей большой семьей решили переехать в Сочи. В Башкирии остались двое старших сыновей. Приехали мы потому, что у нас двум детям там не подходит климат. Это вот Настя и Алена. Мы там все время лежали в больницах и все время по системам. И все это. А сюда приехали, за 5 месяцев ни разу не заболели. Дети развиваются разносторонне. Одни занимаются спортом, другие – кулинарией, а третьи – творчеством. Аню взяли 10 лет назад прямо из роддома. Я занимаюсь эстрадным пением и народным пением. Я бывала на многих конкурсах и занимала первые места. Это и всероссийские, и международные конкурсы. В копилке уже есть победа и на сочинской сцене. Помимо этого, Аня охотно ставит хореографические номера для всех своих братьев и сестер. Видя, насколько интересно расти в большой дружной семье, дети Светланы уже решили следовать ее примеру. Мне это очень нравится, и, может быть, тоже когда-нибудь возьму детей. Но вот старший вот брат уже взял ребенка, ему 2 годика, вот. Считай, пошел по маминым стопам. Семья Светланы стала лучшей приемной семьей Башкортостана. Также она награждена дипломом в номинации «Достижение года». За что, знает даже 5-летний Ярик. Я приехала в семью недавно. Тут все дружные, тут весело, и никому не бывает скучно. Как выяснилось, на этом многодетная мама останавливаться не намерена. Если нам опека даст мальчика 4 лет, мы его возьмем. А то у нас Миша все время обижается. У всех есть пара, у нас 2 по 10, 3 по 7. 2 по 5 и он 1. Растить такое количество детей не так сложно, утверждает Светлана, ведь в воспитании младших активно участвуют уже взрослые дети. К слову, примечательно, что первый праздник, который предстоит отметить семье в новом доме, это приближающийся День матери. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.